Уважаемая Татьяна Петровна, примите соболезнования от Союза добровольцев Донбасса, от руководства Борода и Пинчука, нашей организации, по поводу геройской гибели вашего сына. Он отдал жизнь за то, чтобы жили другие. Добровольно приехал на Донбасс, исполнил до конца свой гражданский интернациональный долг помощи братскому народу. Память о вашем сыне навечно сохранится в наших сердцах. Спасибо вам. Город стреляет.